все, что вы говорите про 90-е годы, бандитизм, развалы, похоть и разврат, чистая правда. Только это связано не с тем, что в стране вдруг решили сделать демократию, гласность и все такое. Это связано несколько с другим. С тем, что рухнуло государство. Советское государство дошло до тупика и рухнуло. И то, что удерживало все это, то есть коммунистическая партия, идеология, пропаганда, исчезла. Ну. И, естественно, из людей полезло все то, что они в себе долго скрывали. Вы знаете, когда люди 70 лет находятся в ситуации, когда вот сюда не ходи, сюда ходи, а потом вдруг все можно, у них вылезают самые темные инстинкты, да? Ну, знаете, вот подростку там ничего не давали, а потом его выпустили, он бегает, а кругом там женщины, деньги, алкоголь, и он начинает все это пробовать, да? Но это проблема не того, что демократия плоха, а того, что рухнула система и остались руины. –